Всем привет, ребята! И сегодня мы собираем мой пенал в школу. Вот такой у меня пенальчик. Очень компактный. Внутри вот такой. Ой, карандашик. Такой внутри. И брелочек на замочке. Вот такой он спереди и сзади. Вот. Первое, что я кладу в свой пенал, это цветные карандаши. Сейчас их соберу и вернусь к вам. Итак, вот так у меня получилось. Собрали их. Берем пенальчик и кладем туда карандашики. Следующее, что я хочу положить в пенал, это все свои обычные карандаши. Есть маленькие, есть и большие. То есть есть вот такие, точнее, вот такие два с таблицы. Есть вот такой и есть два маленьких. Также есть еще механический карандаш, но его я хочу положить самым первым. Кладем. Так, дальше я кладу ручки-стиручки, так как ими я пользуюсь только на контрольных. А контрольных у нас быть никаких не должно завтра. Вот такие ручки-стиручки, тоже кладем их. Так, теперь кладем текстовыделители. Такие текстовыделители. Это не все цвета, это только два цвета, а так их всего четыре штучки. С одной стороны текстовыделитель, а с другой стороны фломастер. Есть вот такие два цвета, розовый и фиолетовый, а потом там еще голубой и зелененький, нежно-зелененький. В общем, кладем их. Теперь кладем все обычные ручки. Одну оставим. Какую оставить? Розовую оставим, так как розовая у нас уже есть. Так, есть ручка с таблицей. Вот такая ручка. Есть вот такая ручка. Так, вот такая горсточка. Кладем. Теперь кладем линейки. Вот такие, это запасная линейка. Так. И кладу я их обычно назад. Так удобнее. Вот так. Дальше кладем выдвижной карандаш. Вот такой он. А крышечку, если вот эту снять, тут стерочка. И вот так он выглядит со звездочками. Спросите, что же это такое? Это стерка. Стерка-помада. Очень классная, я тоже всем советую. Такая вот такой рисуночек. И она вынимается, если неудобно так пользоваться. В общем, вот. Кладем. Дальше вот такая стерка. С одной стороны, чтобы собирать катушки от стерки, все вот эти, которые остаются, полосочки от стерки или вот это. А с другой стороны, сама стерка. Вот я пользуюсь чаще всего, потому что ее не так жалко. Это очень уж такая классная. Конечно же, замазка. Вот в таком она у меня формате. Вот так она выглядит. То есть тоже очень вместительная и, ну, прикольная. Вот так. Закрываем пенальчик. И вот так у нас получилось. Вот такой пенальчик. Все в себя вместил. Также у нас есть еще вот такая точилка от Берлинга. Ну, она не поместилась бы в пенал, поэтому я ее положу в рюкзак. В общем, пишите в комментариях, делать ли мне видео с обзором на мой рюкзак и как я его собираю. Пишите в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, всем пока-пока!